Приехал я на водохранилище. Мест нету практически. Кое-как вот нашел какой-то закуток. Проехал, ну, уже прям прилично. Даже не знаю, как описать это место. Ну, в общем, там то рыбаки, то отдыхающие, вообще стать негде. И это время было только начало четвертого. Ну, вот поймал первого карасика. В общем, карасик регулярно поклевывает. Прям так нормально дергает. Неплохо. Не крупный, правда. Все равно приятно. Вытаскивать, конечно, ужасно неудобно. Там травы впереди, но... Все равно это приятно. Поклевки идут, ну, прям... Частенько. Вот так вот умеет удивлять Воронежское водохранилище. Конечно, здесь не совсем удобно ловить. И травы там много впереди. Хотя можно залезть, в принципе, ее очистить. И вода тут вот цветет прямо возле берега. Кстати, почему так быстро, я не пойму. Ну вот кто мне попался. Цельный ёрш. Откуда он здесь? Сложно сказать. Но он попался. Не, ну караси-то меня устраивали, а вот ерши почему-то начали дергать. Это уже меньше меня устраивает. Сейчас попробую кукурузу нацепить и опарыша. Что будет? В общем, очень неудобно ловить. Травы вообще огромное количество. Попробую пройтись, может быть, найду. Ой, господи, сколько ж тут комаров, боже мой. О, страсть. Так. Везде трава. И везде здесь, похоже, трава дальше. Да, здесь много травы везде. Там ловить вообще невозможно. Просто очень неудобно. Вот тут какое-то местечко вроде наблюдается. Ой, уточка вон сидит. Ой, смотрите, а здесь-то получше. Вроде бы как. Слушайте, да тут и поглубже, и получше. Перейду-ка я, наверное, сюда. Вот что я вам скажу. Потому что, ну, невозможно, тяжело ловить. Здесь как-то поинтересней. В общем, перешел на другое место. Сразу поймал окушка небольшого. Здесь, конечно, поприятнее находиться. Тут нет такого цветения воды. Вода чистая, в принципе. Но вот чем чуть дальше кидаешь, опять начинается бесконечная трава. Поэтому забросил вот возле берега донку и удочку. Сейчас вот посмотрим, что тут будет клевать, не будет клевать.